Нигде мне не будет так хорошо, как в этом неухоженном, но прекрасном месте, ибо именно здесь прошла лучшая часть моей жизни. Элеонора Прэй, 1929 год, Владивосток. Не грусти, что кораблик уплыл и обратно вернется не скоро. Не грусти, не хватает чернил, и над письмами Элеонора проливает слезу, и слеза в волны строки ее обращает, поднимает корабль паруса и прощается с ней, и прощает ей разлуку почтовый конверт, остающийся дом с мезонином, и тот город, стремящийся вверх, в облака над Амурским заливом. Как давно, боже мой, как давно били склянки на старом корвете, и она открывала окно, и трепал ее в волосы ветер. Жизнь прожить, не перо обмакнуть в синеву, не хватает простора. По волнам отправляется в путь на кораблике Элеонора. Не грусти, запечатай конверт, обучайся у чаек отваги жить без дома, как старый корвет с парусами из тонкой бумаги. Ни воды морской, ни лихая не хлебнул еще пока. До свидания, бухта тихая, за окошком облака. Задрожала стрелка компаса там, где нас уже не ждут. 31-го автобуса закругляется маршрут. Там над морем скалы высятся и ступенями дома. Там под утро лечь не выспаться проще, чем сойти с ума от потерянного образа недописанной строки и тоски, что душу год назад разрывала в лоскутки. А теперь тихонько тикая чуть пульсирует в груди. До свидания, бухта тихая, до того, что впереди. Нам обещана дорогою, возвращающей домой, бесконечной и высокою, между небом и волной. Нам обещана дорогою, возвращающей домой, самой светлой и высокою, между небом и волной. Между небом и волной.